Всем-всем большой привет! Получила я сегодня заказ Avon по каталогу номер 4. Вот так выглядел этот каталог, очень симпатичный, с девушкой, с актрисой Светланой Ивановой. Она будет представлять новую линию косметики, и кое-что из этой новой линии я заказала себе тоже. Но давайте начну я с крупных средств. Заказ у меня был небольшой, больше вот сами новинки косметические. Было написано, как новинка в фокусе, вот такой гель для душа «Блаженство». Идет аромат фиалки и жасмина. Насколько я помню, аромат «Блаженство» в гелях для душа уже был, но единственное, чего я не помню, какой аромат был. Тоже был фиалка или с жасмином или нет. Этот заказала гель моя близкая подружка, поэтому я могу его потестировать. Очень приятный такой цветочный аромат. И согласитесь, очень приятный дизайн флакона, прям вот такой праздничный какой-то. Прямо в тон ему подруга взяла себе вот такой спрей 100 мл, нежная магнолия. Это даже идет как лосьон спрей для тела. Приятнейший аромат, прямо и красивый такой дизайн. Пахнет действительно магнолией, очень-очень приятно. Как подарок, мне кажется, посмотрите, смотрится, как они вместе. Красиво, здорово. Классно. Дальше тоже взяла подруга, это по необходимости. Она часто берет вот этот шампунь фитоукрепления, любит его, крапива и лопух. Есть еще спрей в пару к этому шампуню. Вот. Она берет всегда шампунь. У меня есть спрей, пользуюсь, не часто, но пользуюсь им. Неплохой. Я себе взяла, не помню, кто из девчонок посоветовал, я во влоге показывала, что пользуюсь лаками только для крашу, когда ножки, и крайне редко ручки, потому что у меня нарощенные ногти, поэтому... не часто пользуюсь лаками. И мне кто-то из девочек подсказал, что это хорошее средство. В Avon те же ножки, долго, чтобы не ждать, можно сушить вот этой сушкой. Вот так она выглядит, не 50 мл. У нее вот такой спрей-дозатор. Давайте попробуем. Ну, распыление хорошее, если ногти вот так сразу сделать, и на все можно разом. Вот, так что буду пользоваться. Спасибо тому, кто мне посоветовал. Надеюсь, мне понравится и действительно будет сохнуть быстро. Следующее было предложение. Уже я давайте поподробнее немножко покажу. В этом каталоге, в самом начале, было предложение вот такое. Можно было купить на сумму 500 рублей по каталогу, включая одну из новинок тушь или помаду со страниц 7 или 9. И можно было заказать косметичку за 50 рублей. Я взяла две косметички. У меня получилось мой заказ на две косметички по 50 рублей. Давайте я вам покажу сначала косметички, а потом покажу, какие помады я взяла. Ну, одну помаду взяла моя подруга. Вот в таком пакетике сложенная косметичка приехала. Так, эту мы положим. Вот так. А вторую я сейчас открою, и мы посмотрим. Мне они нужны были на подарки. Вот так она смотрится. Вот такое донышко простроченное, широкое. Очень удобный замочек, полукругом он идет. И открывается достаточно, вот видите, широко. Сейчас я ее поставлю, чтобы... Вот. То есть из нее выпадать не будет, хотя и достаточно широко открывается, но не должно выпадать, потому что здесь есть защитные бортики. Видите, с боков. Поэтому косметичка очень объемная, вместимая. Если ее набить, то уместится в ней, смотрите. Очень-очень много всего. Но я не буду так уж сильно. Но вот гель для душа туда полностью ушел. Видите, он там еще местечко много. Большая косметичка.
удобная, объемная. Ну и за 50 рублей, мне кажется, замечательная цена. Тут, конечно, написано Avon. И вот сама вот эта новинка, серия косметики, которая стала новинкой. Так она называется. Давайте вот так ее поставим. Не знаю, будет ли она тут стоять. Ну, вроде встала. Так, дальше. Давайте так расставим, чтобы было видно покупки. Дальше. Ну и, собственно, что было? Тушь я брать не стала. У меня сейчас туши много. Тушей. Но взяла я себе в прошлый раз по фокусу одну такую помаду. И в этот раз я взяла еще две. У меня подруга взяла ту, которую я себе заказывала в прошлый раз. Это вот эта цветущая роза. Я вам ее снова покажу, потому что она у меня повторилась в заказе. А я себе взяла еще идеальный розовый и нежную розу. То есть вот эти три оттенка мы сейчас с вами будем открывать и смотреть. И посмотрим заодно, соответствуют ли они каталогу. Мне давайте это отодвину немножко, чтобы мне сам каталог положить. И мы с вами будем смотреть. Дальше. Начинаем с помад. Вот они все три. Вот так они выглядят, все три. Одну я принесла свою, уже открытую. Вот с этим названием. Так, роза. И точно такую же. Это помада подруги. Я ее отставляю. Давайте с нее и начнем. Выглядит помада вот так. Она действительно идет разводами. Вот так. Я ее носила. Смотрится она хорошо. Ложится она плотно. Прямо сразу. Это вот несколько раз я провела, но с первого раза она сразу дает хороший, яркий такой цвет. В ней мелкие-мелкие такие блесточки. Ну, я думаю, это называется перламутровая помада. Вот так она выглядит. Это помада «Цветущая роза». Вот вторая она в каталоге. В каталоге она выглядит красней. На самом деле она такая типа малиновая, фуксия, вот как-то так бы я ее назвала. Я уже говорила в прошлый раз, что неизвестно, вот когда стик сточится вот до этого расстояния, будет ли цвет таким же, потому что я так переживаю, что цвет будет все-таки меняться, но там будет видно. Основной цвет, если вот смотреть по стику, вот он, видите, вот на этом расстоянии как-то заканчивается. И дальше идет помада бледнее. Ну, посмотрим. Так, это мы разглядели с вами. Давайте следующее открывать. Я не стала без вас смотреть. Решила, что интереснее будет посмотреть всем вместе. Вот такое название следующей помады. Она называется «Идеальный розовый» по каталогу. Сейчас я ее открою и посмотрим. Футляр точно такой же. И смотрим вместе. Вот такая она идеально розовая. Мне кажется, чуть-чуть уходит в персик этот розовый. Ну, посмотрим. Сейчас давайте также вместе нарисуем и оценим. Ложится она не так плотно. Блесточки, мне кажется, даже вам видно. Мелкие-мелкие блесточки есть. Прям такая она, как золото, светится немножко. Ну, видно, мне кажется. Бывает, через камеру я смотрю, мне кажется, ну, думается, что не видно. А потом смотрю через экран, когда уже хорошо видно. Ну, давайте ее теперь смотреть с каталогом. Вот она, первая. Вот с каталогом она очень похожа.
прям очень похожи. Единственное, что в каталоге я не вижу вот этого шиммера и блесточек, а на самом деле они есть. Так вот, не знаю, как вам показать поудобнее-то. Вот. Это помада. Вот так выглядит. Я сильно не тороплюсь, потому что, ну, чтобы все успели разглядеть, у меня кроме помад уже ничего больше не будет. Поэтому, кто сильно торопится, ну, тогда перематывайте. И третья помада идет. Вот такая. Она имеет такое название. По каталогу это нежный пион. И давайте смотреть, что же за пион. Вместе, так вместе. Она самая розовая. Давайте. Тоже вот разводов поменьше тут. Более такая она ровная. Но это, наверное, кому что достанется. Разводы, я думаю, это в каждом стике разные. Так. Но все помады все равно достаточно плотные. Цвет у них отличается. На камеру, может быть, кажется в чем-то схожесть, но у первой и у третьей, но нет. Это все-таки розовая, это фуксия. Это самая плотная. Цвет дает хорошо, прямо ровно-ровно ложится. Вот в этой блесточек всех меньше видно. Вот во второй всех больше, в этой меньше. Смотрится так немножко перламутрово, глянцево даже. Ну и сейчас мы ее посмотрим уже в каталоге. Так, вот она в каталоге. Вот так она смотрится, очень похоже. И вот верхний сводч. И вот сама помада. Вот эта. Ну, я бы сказала вот только про цветущую розу. Вот она не очень соответствует. Вот нижняя она, а тут прямо она красным выглядит. А первая и третья соответствуют действительности. Ну и по самой помаде, вот по первой могу сказать, я ее тестировала, я ее носила. Приятный у них идет аромат. На вкус. У меня нет привычки как бы облизывать губы, поэтому специально вот как бы я ее пыталась тестировать. Но есть небольшое ощущение сладости. Чуть-чуть, прям едва заметное, оно потом пропадает. Носится хорошо, никуда не девается. 2 часа я с ней ходила даже в гости, говорила. Единственное, что попила чай, и она как-то ровно так сошла. То есть она меня не подводила, я за нее не переживала. Потом, через 2-3 часа, уже после того, как я покушала, я ее обновила. Обновляется хорошо, то есть для того, чтобы обновить, мне не надо было стирать там остатки, я просто сверху нанесла как бы поярче слой. Помада хорошая. Если куда-то выйти, то она не подведет. И, ну, мне понравилось, поэтому как остальным, я не знаю. Вот такие помады. Предложение было такое, что если вы берете помады более 3 штук, это уже предложение для представителей, тогда была скидка 40%. Это уже по фокусу. Так что если вы представитель, выгодно эти помады было продавать в 4-м каталоге. Вот. Ну, по помадам не все, потому что я взяла еще одну помаду на странице 65. Из серии Ультра. Вот эта помада. Она шла также в предложении к косметичке. Так, взяла я себе вот этот оттенок «Жаркие тропики». Единственное, ее почему-то в 5-м каталоге переименовали. И она стала называться, я вам сейчас скажу как. Непонятно почему, но тем не менее. Так, вот. Ее обозвали почему-то тропический розовый. Но это она же. То есть жаркие тропики или тропический розовый. Так, вот она.
Давайте ее уже тоже посмотрим. Это уже не новинка, это знакомая для многих серия, но для меня она является новинкой. Я такую не брала. Тоже мне когда-то кто-то из подписчиков говорил, попробуй, Света, может тебе понравится. Она уже без всяких шиммеров, без всяких перламутров идет. Давайте посмотрим теперь этот цвет. Ну, вот такое прямо. Я не знаю, это нюд или не нюд. Ну, уходящий в натуральный такой цвет. Красивый. Все четыре цвета разные. Мне понравились. Вот так выглядит. С каталогом очень-очень совпадает. Сейчас покажу. Ну, совпадает, не знаю, там понравился, и этот оттенок тоже понравился. Вот такие вот помады. Если кто-то хочет спросить, зачем тебе столько, ну, вы знаете, иногда берешь, чтобы и вам показать, то есть, может быть, не так оно мне сильно надо, но хочется, раз уж делаешь обзоры, показывать то, что есть из новенького. Так делают многие девочки. Поэтому косметика прибавляется. Так, что еще было? Из косметики все. Давайте покажу сами каталоги, как будут выглядеть. Так выглядит каталог номер 5. Яркий, позитивный. Соответственно, фокус точно такой же. Будет распродажа с 5-м каталогом. Также мода и стиль, но моду и стиль чаще присылают как трендсеттерам, так и основной территории. Часто меня спрашивают, кто такие трендсеттеры. Это у Avon есть несколько территорий, которые идут впереди на 2 каталога и показывают, что будет в тренде, то есть что всех чаще будут заказывать. Я живу на такой территории. Стиль жизни вот такой еще к 5-й компании. Трендсеттерам присылают еще и 3-й каталог, потому что мы можем делать заказ как по 3-му вместе с основной территорией, так и по 5-му вперед. Ну и, соответственно, собирая улыбки, получая комплименты. Вот такая акция сейчас проходит. Можно в 5-м каталоге уже, если вы заработали улыбки, менять на баллы, ой, на подарки. А можно продолжить собирать улыбки и поменять на подарки уже в 6-м каталоге. У меня получилась одна улыбка моя, одна улыбка подруги. Поэтому пока мы с ней будем собирать дальше, одной мало. Надо как минимум иметь 2, 4 или 6 максимум. Можно иметь и 20 и набрать всех подарков, которые вам нравятся. Поэтому вот такое предложение, не упустите, не пропустите. Все, сейчас мы, наверное, с вами попрощаемся, и я полистаю каталог на камеру. Так что далеко не уходим, скоро встретимся.